когда вы летите на большой высоте, за окном не только очень холодно, но еще и слишком много токсичного озона. Вообще-то озон в небольших количествах безопасен. Вспомните запах после грозы. Но вот за бортом самолета его концентрация в сотни раз больше. Чтобы обеспечить воздухом пассажиров, нужны конвертеры. Они превращают вредный озон в полезный кислород. Раньше конвертеры в России не производили, а теперь их делают в Томске. Разработку проекта ученые из ТГУ начали 5 лет назад, провели десятки испытаний и дошли до этапа производства. Теперь конвертер из Томска стал частью нового, полностью отечественного суперджета, который недавно совершил свой первый полет.